Ну что, господа диссиденты, и диссиденты, вон они, диссиденты. Сегодня внимание, внимание, граждане, данное публичное мероприятие проводится в нарушении статьи 7 федерального закона 54 о проведении митингов, собраний, пикетирований, сессий за участием в данном публичном несогласованном мероприятии. Вы можете быть задержаны, доставлены в... Девушка, дойдите. Ничего. Пойдем, Нет, забудем, не простим! Не препятствуем законным действиям сотрудников органов внутренних дел! Наблюдаем общественный порядок и безопасность! Закрыли кольцо! Закрыли! Граждане, данное публичное мероприятие проводится нарушение статьи 7 федерального закона 54 о проведении митингов, собраний, пикетирований, шествий. Сторону! Выводите в сторону. В сторону отойдите, говорю. Побыстрее, чего там тянет? Уважаемые представители средств массовой информации, вместо сотрудников органов внутренних дел, вместо уважаемые представители средств массовой информации, не препятствуем такого действия сотрудников органов внутренних дел. Освободите проход. Несколько шагов назад. Внимание, я 4-5. Воровать голоса не надо, все будет в порядке. Ты нахапаешь денег, ты за границу, во что приехал.
сказать, ну, этой акции? Я ничего не хочу сказать. Я хочу, чтобы, ну, дело делалось, а не слова говорились. Что-что? Дело, чтобы делалось уже, а не слова говорились. Ну, а какое дело именно? Ну, не говорите загадками. В двух словах скажите, вот зачем вы сюда пришли? Я хочу, чтобы не было этого человека в стране. Ну, а почему? А причины, по-моему, все уже знают, уже все знают, скрывать нечего. Ну, сформулируйте. На пиццу бутерброд. Thank you.